Всем привет! И в этом видео я хотела бы поднять такой вопрос, как сила объединения. Сила объединения в нашем деле. Мне очень симпатизирует идея Юлии Андрея о создании тандема 1 плюс 1 равно 11. И действительно, есть масса примеров, когда объединяются два сильных лидера, два профессионала, то силы, они во много-много раз удваиваются, и можно, как говорится, горы, да, свернуть. И тут вопрос, кого мы берем себе в тандем. Вот в моей семье таким тандемом является мой супруг Владимир. И знаете, мне сейчас на ум приходит такой один пример, что первое, с чего нужно начать в сетевом бизнесе, это зарекрутировать своего супруга или жену. Я объясню почему. Когда мы собираемся, ну, есть высказывание, да, очень успешных сетевиков, что как же вы собираетесь рекрутировать города и страны, если вы не можете зарекрутировать своего супруга, да, с которым спите в одной постели, что уж говорить о других. Поэтому очень часто такое бывает, что мы приходим в бизнес, муж не поддерживает, говорит, нечего делать, сиди дома, ничего у тебя не получится, все это ерунда. Вот я нашла слова, нашла поддержку от своего супруга и очень надеюсь, что в ближайшее время выйдет его обращение, видеообращение к вам с его мыслями по этому поводу, почему он меня поддержал в очередной раз. В общем, ждите видео. Всем пока и спонсируйте свои вторые половинки. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.